Коллеги, в этом уроке мы с вами узнаем, что такое прямая продажа, и уже приступим к практике. После этого урока вы сможете выкупить свой первый лот. Итак, друзья, прямая продажа ⁇ это продажа государственного имущества без проведения торгов. Что это за имущество, откуда оно берется и где его искать? В секции приватизации есть имущество, обращенное в пользу государства. Это могут быть клады, конфискованное имущество, например, таможенный конфискат или бесхозное имущество. Обращенное имущество стоимостью до 10 тысяч рублей может быть продано без проведения торгов посредством прямой продажи. То есть торги в этом случае не проводятся. Лот продается первому, кто подал заявку на участие. Как происходит прямая продажа? При прямой продаже, как мы уже сказали, лот продается первому, кто подал заявку. Цена при этом фиксирована, и она не меняется. Если торги были признаны несостоявшимися, имущество в течение 10 рабочих дней направляется на уничтожение. Оплата приобретаемого имущества производится в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Участник, подавший заявку. На участие получает сообщение на электронную почту уведомление о том, что заявка принята. Победителю, тому, чья заявка казалась первой, приходит уведомление о победе. Что нужно делать, чтобы поучаствовать в прямой продаже? Во-первых, находим выгодный лот и анализируем его, как обычно. Во-вторых, находим форму подачи заявок в аукционной документации. В-третьих, заполняем заявку на участие, прикрепляем скан всех страниц паспорта и отправляем ее на электронную почту организатору торгов. И далее ждем уведомления о результатах торгов на электронную почту.